В Сочи 37 нацобщин и более 100 национальностей. Представители каждой из них собрались в Центре национальных культур «Истоки». Здесь танцами, вокалом, изучением родных языков занимаются и русские, и грузины, и армяне. Гостям молодежь продемонстрировала свои таланты. Руководят творчеством и сами председатели диаспор. За плодотворную работу на благо Сочи мэр города вручил им благодарственные письма. Самое главное – это люди, это жители, все те, кто живет на территории нашего города. Благополучие, взаимопонимание, уважение, человеколюбие, гуманизм – это все самые главные составляющие нашего мира и нашего края, нашего города. У нас более 100 национальностей проживает здесь. Мы всех уважаем, всех понимаем и хотим, чтобы мы также были в едином порыве, связаны невидимой нитью патриотизма, любви к нашей родине, любви к ближнему. Работа нацобщин заметнее всего на национальных и городских праздниках. Диаспоры организовывают концерты, проводят этнофестивали. Но есть у них и другие задачи, которые незаметны в повседневной жизни. Это решение вопросов по противодействию терроризму, экстремизму и предотвращению межнациональных конфликтов. Эти работы не часто скрыты. Но то, что мы можем показать парадный, часто свой костюм, и то, что это было отмечено главой города, и та, и другая работа как успех, нам, националам, очень приятно. И мы надеемся, что в новом году мы также конструктивно, успешно будем работать. У нас есть новые задумки, у нас есть мысли, как что улучшить, расширить. И мы будем вместе с администрацией города идти в ногу. Вокруг каждой диаспоры или председателя сотни, а то и тысячи людей. И это все объединяет. Культура, работа, значит, безопасность страны. Мы все участвуем в этом вопросе. И вот сегодня и глава здесь это все наценил. Уже не первый раз, уже буквально недавно у нас, а уже мы шестой раз совместно встречаемся, решаем какие-то проблемы, которые нужны, человеческие, социальные. Вот это все создает тот сочинский климат, менталитет дружбы, уважения, любви. Ближайший праздник, который многонациональный Сочи в очередной раз отметит всем городом, это Новый год. Загадать желание под бой курантов можно будет на площади флага. Ольга Десятова, Инга Габешая, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.